Количество районов Одесской области могут сократить до 4. Таково предложение Ассоциации районных и областных советов. Центры могут разместиться в Одессе, Измаиле, Подольске и Белгороде-Днестровском. По словам представителя ассоциации, Кабмин предварительно одобрил реформу административно-территориального устройства. Местные власти до 1 января 2020 года должны оформить всю соответствующую документацию. Любопытно, что мнением самих советов ассоциации особо не интересовались, потому и вызвали волну возмущения. Спросил у них простой пример и привел простой пример. Взял любой район, который мне вот просто я взял карту и так пальцем ткнул, под правым пальцем у меня оказался Николаевский район. И спросил, в Николаевском районе, взять любое село в Николаевском районе, жителю нужно съездить в центр громады в Подольск. Как он будет ехать? Ну, понятно, что они киевляне, они этого не знают, все местные сразу понимают, что это будет. Значит, с села человек должен выехать в Николаевку. С Николаевки он должен приехать в Одессу. С Одессы он должен поехать в Подольск. Он туда приедет, он к концу дня туда не приедет. В Одесском облсовете убеждены, что реформу децентрализации можно решать, искусственно не укрупняя районы. Чем хвалят эти громады? Хвалят тем, что оставляют определенный часть налогов в громаде, и идет она на развитие этой громады. Оставьте. Что мешает? Оставьте эти налоги в те села, которые на сегодняшний день являются самодостаточными. Берем, например, там юг Одесской области. Да? Села по 5, по 6 тысяч человек. И при том самодостаточные села. Дайте эти налоги, пусть люди попробуют. Покажите, вот может село как отдельная громада себе развиваться без объединения? Если может, дайте, пусть развивается.